Ну что, дорогие любители электротранспорта, кто заметит, что нового появилось на электросамокате «Ураган»? Понятно, что сиденье на прошлой неделе. Что еще нового? Сниму со всех сторон. Постепенно нахожу время. Буквально по 20 минут что-то успеваю сделать. Летом уже времени крайне мало. Все основное будет осенью. Доделки, электрочасти, всякие там дополнительные вещи интересные. Догадались, нет?